dvhub.ru. Чуть-чуть остановились. Продажа вещей, продажа услуг. Услуги разные продают. Косметические у нас услуги продают в сети интернет. Мошенники, имею в виду, продают у нас занимаются трудоустройством на работу. Очень популярно было это в том году. Ну, и в этом также. Где неизвестные люди переводят деньги для приобретения там, билетов, путевок и так далее и тому подобное к месту полагаемой работы. Впоследствии остаются люди без денег. Очень популярные у нас распространенные виды преступлений — это когда потерпевшему поступает звонок на сотовый телефон, подвержены очень это лица пожилого возраста. Приглушенным голосом человек начинает разговаривать с нашей бабушкой или дедушкой, в основном это женщина, конечно. Женщина, соответственно, не слыша, кто собеседник, предполагаю, да, что это там или сын, или внук, называют ее по имени. Соответственно, преступник быстро ориентируется. Да, бабушка, это я, Леша, вот ситуация такая. Основной предлог — это что родственник попал в руки сотрудников полиции за якобы совершенное преступление. Поэтому необходимо бабушке, женщине или дедушке перевести срочно денежные средства на номер телефона, также на карты и так далее и тому подобное. Для молодежи, у кого есть автотранспорт, в связи автотранспорт и велосипеды. Все мы покупаем так называемые тросы, да, которыми мы любим прикреплять велосипеды, да, даже замком, к турникетам, там, к другим местам. После того, там, в кино, грубо говоря, человек пошел, ну, утрирую, конечно, выходит, нету велосипеда. Понятно, что очень хорошо, что трос, но, к сожалению, любой трос можно перекусить специализированными ножницами, которые, в принципе, можно купить в магазине. Поэтому очень внимательно относитесь к велосипедам и до друзей, до товарищей доведите. Также с автотранспортом, с мопедами, которые оставляют люди в ночное время во дворах домов. Бывает такое, утром человек вечером поставил машину, утром выходит, нету или колес, в худшем варианте аккумулятора, или разбито стекло, отсутствует там тот же регистратор слабового стекла. Также внимательно все-таки прошу всех относиться к своему имуществу. dvhub.ru